на этом тоже есть. Не крупная, правда. А сидит. А может и крупная. Не знаю. Такая же. Че? Пара щучек попала. Ай, ё-моё, иди сюда. Дай-ка я тебя приглушу. Сейчас от одной плавник отрежу. Наживлю. На том капкане нет наживки. Сожрала. На этом еще пойдет этот хвост. Гнутся капканы эти. Стрёмные, алюминиевые какие-то. Весь изогнулся. Наживлю тот капканчик. Плавник от щуки отрежу один. Пускай ловится дальше. А? Нашел? На автомате не хочет его регулировать. Все, Лёха, клюет? Почему? Чай хочешь? А чая нету, надо в избушку ехать варить. Еще рано, надо рыбачить. А сколько времени ты не смотрел? Часик поблюдуем, да в избушку поедем, да? Пока дров спилим. А завтра мы тут порыбалим. Я думаю, неплохо. Че, ты поймаешь что-нибудь, нет? Поймаешь что-нибудь или нет? Как нет? Почему нет? Вот тут-то есть. Здесь-то вот есть, лежит. Чтобы не было рыбы. Ну что-то как-то странно, ты рыбачишь, ни хрена не ловишь. А ты говоришь, рыбы нет, пока я бурю, он накидал уже, смотри сколько. Это что, с одной лунки, Леха?
Нифига себе, нормально. Как клюет? Все, все, кончились. Сколько штук? О, хорошо. Че, брал? Тяни. Лови, тащи. Че, не берет? Давай быстрее лови, я выключаю, у меня пальцы мерзнут. Вот. Видал что? Давай-ка приподними, чтоб он подергался. О! Все, теперь я ловлю. Ты что сел-то? Рыбачь давай. Ничего, нормально, да, уже накидали? А? За час нормально накидали. Что делать? В смысле? Мешок надо доставать. Дровосек. Леха, дровосек. Здравствуйте. Хай. Что делаем? Дрова колю. Кто научил? Дед Мороз. Ха-ха. Ты рад, что мы добрались до избушки? Да. Проголодался смерть. Вообще, я тоже хавать хочу. Что у нас тут с градусами? О, слушай, минус 6 уже. Отлично. Все подморозит. Ночью нормально будет. Не отпустит. Вот мы и добрались до крайней избушки. Мечта с самого февраля. Дым? Дым прет, вообще здорово. Завтра будем рыбачить прям тут. 200 метров до речки. И рыбалка сразу. Да, Леха? Че? Рыбачить, говорю, прямо у избушки завтра будем. Жалко, что домой вечером ехать, да? Половили сегодня отлично. Количество не скажу. Но нормально. Да, Леха? Отлично. Отлично? Я тоже так думаю, что отлично. Тяга пропадает там что-то. До этого дня. Труба. Деревянная. Я не знаю, почему она пропадает. Ладно, раздеваться, сушить, вешать все, наверное, надо. Утро начинается. Начинается. Да? Рыбалка продолжается. Продолжается. А погода не очень. След наш отопреет. И это очень плохо. На сердце суматоха. Я точно говорю. Лунатикам! Ты куда собрался? Леха рубит себе копье, бля. Собрался на харюза охотиться с копьем. Даже два. С двух рук будет фигачить. А что тебе, томагавк не нравится, что ли? Кто бы его точил? Он же может возвратиться. Это ты мне одно копье сделал? Да. Понятно. Что-то у меня в ноге-то мешает. Что мешает? Не знаю, какая-то
шоколадка, что ли. Че, ты, Леха, будешь ловить? Блин, смотри, что ко мне зацепилось. Ё-моё. Вот это, блин, зверь. Оп, свалил. Ты же обещал, что ловить будешь. Наверное, не в этой лунке. Будет там, да? Ну и. Наверное, меня обманули. Будем ждать. Сказали, что лунка свежая, будет клевать. Нифига, мы сегодня уже разбурили. Ё-моё, зацепился. Встал, говорит, передохни. Сникерс. Съешь конфетку. Сладенькую. Что такое? Что у меня тут цепляется-то? Видишь, мы с тобой одинаково идем по холостым лункам. Я нифига сразу схватил. Белый, что, приятно? Жарено. Жарено, как. Вот как будто бригада ух прошлась, нам с ледобуром. Все, опять все затянуло. Лишь бы метель не бахнула. Чтоб нам домой нормально ускакать, да? Оп, блядь, проебал. Блин, что это? Разговаривать-то сразу стал не так. Матамина. Мелочь, блин. Встречу уже второй. С этого ряда. Мелкий. О, с него уже серево сыпется. Он уже наелся. Побурить надо. Надо собрать, наверное, рыбу пройтись. Леха пошел на сбор улова. За час, наверное, штук 40 накидали. 35.
Так, мы уже будем ловим второй день. Первый день был не очень, наверное, штук 40 всего взяли за день. Вот эти два дня хорошо порыбачили. Отлично прям. Скоро домой поедем. Как в поле картошку собирают. Еще на щуп капканчики проверим. В избушку заедем потом. Там рыбу заберем. И двинем в дальний путь. Находимся мы сейчас 102 километра от дома. В один снегоход. Тяжко, но мы доехали и порыбачили. В кайф. Собираешь как картошку, да, говоришь? Я настраиваюсь. Да нет, а верх запаянный. Оп, оп, оп. А-а-а, люзгарик. Таких же, что ли, там ловишь? А? Опа. Жаренок. Че не ловишь? Сейчас сходу бахнет, да? О, есть контакт. Оп. Ничего ж такой. Красавчик. До моих рекордных, конечно, тебе далеко. Но... Что у тебя еще клюет? Сейчас он пасть откроет, я ему куда плечку положу. Солнышко чистое. Улыбнулось весело. Птички, слушай, петь какие-то начали. Листы, наверное, да? Чуют. Я же им там хавку-то наложил. Теперь они сюда прилетели. Там, видать, съели. Что-то, слушай, какой-то участок опять безрыбный. Оп-оп, у меня берет. Оп, мелкий какой-то, видать. Трынь-трынь, блин. Все, понял, что ему глаз не влезет в рот и поплыл дальше. Что с корешками запели песенку. На-н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 а
Там вчера вон пятак, да, хороший был. И сегодня вон там пятак хороший был. Чтобы где была рыба. Оп. Хорошо взял. Бурить надо. Давай еще. Леха маньяк, все ловит и ловит, не может успокоиться. Уже вроде как домой собрались. Нет, он все ловит и ловит. Я пока ездил на щуку капкан и снимал, он нафигачил, наверное, с полмешка. 30 штук насчитал. Там у него в мешке. Фигачит. Перед отъездом решил еще маленько оттянуться. Все, сейчас двинем до избушки. Соберемся, заправимся. Далекий. По профилю часа на 4-5 езды. Это, как всегда, с вами были не диалоги, а рыбалки. Ловим хариуса. Офигенская гора. Офигенская гора. Нифига, я провалился. Спасите, помогите тому. Ё-моё. Чё, всё, прямо до дома. На Тунгуске вода. Нифига, за берег, ё-моё. Это что такое, ещё же не весна. Как это не весна? Ну какая, март еще, ё-моё. Двадцать километров и мы дома.